В роли комментаторов сегодня все те же лица. Для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Сильнейший дивизион Германии в прямом эфире – это Бундеслига. Думаю, суперматч ждет нас, Константин. Очень ждем начала игры. На бумаге расклады перед этой игрой были фантастическими. Посмотрим, как это будет на поле. Дортмундская Боруссия вышла на поле в следующем составе. В защите в Мац Хумельс сыграет Саканджи. Брандт начнет с Тарганом Азаром на флангах в полузащите. И только одного нападающего на этот матч решил выпустить главный тренер. Посмотрим, надолго ли его хватит. Давайте разберемся со стартовым составом гостей. Судя по выбранной схеме, через центр сопернику сегодня не пройти. Видимо, придется искать другие пути к воротам. Самая тяжелая пора выдалась для Боруссии в 70-е и 80-е годы, когда команда из-за тяжелого финансового положения вылетела в региональную лигу. Закончились неудачи для Боруссии только в 86-м, когда они отстояли право играть в элите в матчах с Фортуной из Кёльна. И в 1989-м Дортмунд выиграл Кубок Германии в финале, переиграв Вердер. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Ройс! Потрясающий вратарь играет! Какой удар тащит! И прямо в центр штрафной полетел мяч. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Отличный перехват, очень вовремя. Отбор, хорошо сыграно. Никого нет перед Тарганом Азаром. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Герейро. Браво, защитник! Никого нет перед Тарганом Азаром. Есть адрес для передачи, нужно пробовать. Герейро. Браво, защитник!